Всем привет, ребятушки, это наш новый вложик. И привет. Сегодня у нас будет распаковка посылок. Но необычно, это не Ашан. Короче, ребята, стабилизатор. Это старый поломанный. Но мы сейчас поедем еще на почту, и нам наконец-то, спустя полтора, мать его, месяца, или почти два, уже не помню, вроде бы пришел новый стабилизатор рабочий. Хотя странно, заказывали первый раз, пришла за неделю. Да. Вообще даже меньше недели. А потом китайцы расслабились, два месяца ждали. Интересно заказывать с Китая, когда приходит много посылок и не знаешь, что в какой. Вот так вот. Вот так вот. Еще. Еще. Вот. Ого. У нас никогда в жизни вот так вот не было. Мне кажется, это все посылки, что мы заказывали, пришли. А, это мини-мусорник в машину. В машину? Ну да, типа так вешается. И ты так там оп, что-то выбрасываешь. Ну типа, вот крепление. И потом вот так вот мусорничек, как на дверце висит. Так. Да, может что скидывать. Короче, мини-мусорник пришел. Ох, так жарко сегодня, ребята, вообще. Лето! Солнце, жара. Смотрим дальше. Тут у нас... Тут к нам пришло крепление камеры на стекло машины. Типа можно прикрепить GoPro-шку, экшн-камеру, даже фотоаппарат. И типа снимать себя там на лобовухе, приклеить. Угу. Такой типа интересный контент. Вот, идем дальше. Тут у нас... наклейки YouTube! Угу. Вот. Мы, короче, заказывали там на ноутбуке поклеить, бывает еще на что-то, для того, чтобы как-то различать, где Снежкина, где там, ну, короче, один из любимых логотипов, потому что мы работаем на Ютубе, классно, как-никак. Дальше, следующая посылка, запаковали это... хорошо. Это камера, камерка. На мой Субарик, потому что у меня задняя камера почему-то херово работает временами. Mm-hmm. Она то работает, то не работает. Мне кажется, что там просто герметичность повредилась. И из этого есть проблемы. Идем дальше. Ты такую же заказал? Ну, первый раз пришла нерабочая, за нее вернули деньги. Нож. Ножики там будут. Так, тут коробка. Немножко она повидала мир. Но здесь внутри лежит... Это что? Это очки, которые эти профессиональные для, для велосипеда. А, да? В чехле таком? Таты, что вот так вот чехольчик. Ого! Вот так вот. Это те, которые на солнце темнеют, да? Да. Всякие протиралочки. Вот такие вот вставочки какие-то. Вот, чтобы типа не жарко было. И вот такие вот. Мы взяли себе со Снежкой. Вау. Да ты шо, Вася. Крутые. У нас одинаковые с Андреем будут. Все, будем где-то. Вася на мотике. Она не на мотике, а на велосипеде. А ну выйди, а выйдет на солнце на день. И что они? Мы потом проверим. Либо на свет, посвети на них. Не, он должен, наверное, ультрафиолет должен как-то быть. Думаешь, да? Да, я думаю, что когда ультрафиолет будет падать. Короче, мы на улице эту штуку проверим. Возьмем сегодня на улице их? Ну, когда будем в Америке, можешь кататься. Ну, вот давай. Такие вот очечки. Ну, прикольные такие, да. Вот. И тут для них такой вот кейсик футляр. Вот тут такая штучка, она, чтобы близко к лицу не прилегала. Протиралочки всякие. Прикольно, что они в чехле. И тут можно прямо цепляется вот, еще. Если вдруг что. Классно, на венчик можно цеплять даже. Ну, не знаю, на венчик, ну. Вот это китайцы молодцы. Есть, идем дальше. И бутылки еще пришли. Да. Сейчас надо сразу мусор кинуть. Будем на улицу идти. Нужно еще сейчас поехать забрать корм для кнопа, мы заказали. И забрать стабилизатор. И забрать стабилизатор еще, да. Бутылька. Как раз котики, время закончилось на камере. Уже сейчас осталось еще минутка где-то. Давай, хоть быстрее распаковывай. Все, две бутыльки. Все, поехали, короче, ребята. Да, распакуй, за... покажи, распакуй, давай. Поехали, давай. Сейчас мы, ребята, котик, 15 короче... секунд. Давай, 15 секунд. Тебе там память заканчивается? Нет, у меня камера перегреется, сейчас 10 минут выключится. Котик, давай, 10 секунд осталось. Давай, покажи бутылку. Вот бутылка. Классная бутылка. Все, ребяточки, мы поехали, скоро встретимся. Сейчас, Санечка, заберем еще посылочки, да, поедем. И потом домой. У нас доставщик корма оказался
зрителям Андрюшки. До свидания. Не, ну приятно, когда, в общем-то, люди довольны. Вот. Очень часто, на самом деле, и узнают. Даже сегодня вообще такой день, что я сегодня даже когда ходил на почту, и там был доставщик, и он такой сидит, улыбается, говорит, а я только что только ваше видео смотрел, такой, ну, чувак, ты на работе. Серьезно тебе говорю, с Мистер Экспресса забирал посылку, и он улыбается, такой подходит, типа, а я только что ваше видео смотрел, смотрю, лицо знакомое, такой, приятно. Тут, приезжаем, забираем этот корм тоже, говорит, ну. Говорит, а мы с девушкой, или с женой, сказал, или с девушкой, типа, вас смотрим. На самом деле, очень часто... Семейные пары смотрят. Да, то есть, ну, мне кажется, более такой, ну, сейчас, как показывает YouTube, у меня более женская аудитория. Ну, точнее, девушек где-то в два раза больше, чем парней. То есть, парней хватает, но девушек больше. И очень часто происходит так, что парни даже смотрят потом с девушками. Уже их девушки либо заставляют, либо подсаживают, либо я не знаю, что происходит. Ну, короче, такое бывает. Я даже на самом деле видел, вот есть наш Саня друг, он же меня, ну, он меня не смотрит, и все. Но у него появилась девушка, с которой он общается, встречается, не знаю, вот. Вроде бы какие-то отношения так завязываются. И она, получается, увидела влог у нас на канале, и так с Сашей познакомилась. Да, но я о другом. И скидывает она мне видео, как она смотрит мой какой-то выпуск, и сбоку сидит Саня такой, тоже, типа, тоже смотрит мой выпуск. Это тот случай, когда, типа, мне не хочется, но меня заставляют. Вы поняли прикол? Типа, Саня никогда мои выпуски не смотрел. Но как появилась пришлось. Девушка, а девушка смотрит меня, то получается Саша уже автоматически тоже смотрит меня. Я объединяю людей. Ребята, жутко на улице жарко, настолько жарко, что... О, видите, не пристегнулся. Хотя на самом деле всегда пристегнулся. Ну не пристегнулся, потому что только что забрал посылку с Ашана, и я сейчас ищу место, где припарковаться в Ашане снова. Софию посадили, едем в Ашан. Андрей у нас будет шофером этой тачки сегодня. Одеваем намордник. Потому что для опасных людей всегда нужно быть намерднее. Ты не знал, София, это моя сестра младшая. Самая младшая. На 18 лет. Да, ей 18 лет, ребята. Нет, не София 18 лет, она 18 лет младше меня. Снежек только стал совершеннолетней, говорит, мам, можешь продолжать. Да-да. Вот это арбузик желтый. Я первый раз такой вижу, котик. Что ты за арбуз такой? Просто как-то добавляют. Дыню, наверное, добавляют сюда. Да, это что-то. Это называется дыня-арбуз. Можно смешивать что угодно. Вот это мне да. Кажется, оно и синее может быть. Все дети берут киндер, шоколадку. А София, сосисоны? Не удержались? Вместо киндера сосиски. Ну, это классно, скажу. Это все киндер любят. Скажи, сосиски это прям вещь, да? Жара, когда в харю бьет. Давайте еще окошко такое вообще шикарное будет, скажи. А, если сейчас еще поехать, то вообще сосиска будет залетать, как ракета. Да, София? Ну как? Классно? Что ж срака поча? Вкусно? Какие сосисоны вкусные. Сосисоны? Да. Это что? Каип. Ты любишь сосиски? А что я сделал, Саша, я? Сейчас Пум распаковывает наш стабилизатор. Да, новенький. Эта упаковка, в общем-то, нам уже знакома, потому что я когда-то два стабилизатора этих убил, и пришлось заказывать уже третий. Больше мы не будем заклеивать суперклеем. Да, ну, блин, будем терять кнопку, значит, будем ее терять. Вот. Ну, будем стараться, чтобы Снежка ее не теряла. Наконец-то пришел новенький. Да, все тот же, также запаянный от производителя. Вот, чтобы вы понимали, да, это не просто куда китайцы там спаяют, а это именно фирменный магазин Алиэкспресса, откуда большинство, мне кажется, людей покупают. Фирменный китайский магазин Алиэкспресса. Да. Андрей, коронавирус. А что делать? А, ну ладно, что делать, можешь этим... Вот так вот. Ничего не меняется. Правила, в общем-то, игры все те же. По цене было так же? Плюс-минус, да. Та-да-там!
Там-там-там. Угу, такой же. Все. Обновочка. Я уже его знаю как облупленный. Сейчас мы его соберем. В общем, через 5 минут увидимся. Что мешает? Хорошо. А у тебя что? Снимаешь на видео? На тренировку не ходишь, уже смотрю. Да, уже все. Уже. Куда уже? Куда больше? Ну да, да. Кстати, это уже на стабилизаторе Андрей видос снимает. Уже можно Мишу Вася как клипчик снимать. Просто песня. Пушка. Пушка, огонь, ракета. Поставила свой фен на косметический стол. Смотрите, какая подставка прикольная. Все насадки поместились. Только для этой насадки получается не магнит, она просто сюда так ложится и все. А тут два магнита. И вот так вот фен сюда ставится. Прикольно очень смотрится. И удобно. И удобно. Закупились Кнопе кормом. Вот такой корм мы покупаем. Таких здесь 90 пачек. Так как сейчас неимоверная жара на улице, все хранится в холодильнике. Вот три полки как раз и будут здесь. Надолго хватит. И вот такого корма мы купили сухого, три пачки. По 1,5 килограмма. Вот, кстати, эта собачка похожа на нашу Кнопу. Это для чьих специально. А на фотографии копия Кнопа. У нас вот такая автокормушка. Сюда засыпается корм. Сейчас покажу вам. Так, вот. Смотрите, тут как раз уже корм закончился. Мы сейчас засыпем новый. Снова надо будет. Тут как раз этой пачки хватает, чтобы засыпать полностью. Вот. Да, вот так вот закрываем. И тут оно по времени потом высыпается. Там мы выстроили, чтобы оно 2 раза в день высыпалось, Кнопе. И кормится вот так собачка у нас по времени. Все четненько. И еще дополнительно даем ей жидкий корм. Кстати, у нас было таких 2 кормушки, когда у нас был Ачи дома. Но сейчас Ачи у мамы, у нашей, на природе там бегает. И кормушка уехала с ним. Ну, а у Кнопы такая дома. Была еще поилка автоматическая, но она сломалась. Сейчас стоит, там нужно фильтр купить для нее. Вместо автоматической сейчас обычная тарелка у Кнопы. Сейчас покажу вам, в общем, как высыпается корм. Вообще, оно автоматически должно высыпаться, но чтобы показать вам, нужно нажать кнопочку. Вот нажимается кнопочка. Вот тут вот, и смотрите. И, конечно же, закупили вот такой большой пакет полотенец. Вот закончились сухие. Сейчас буду все раскладывать. Жары тут для Софийки блины. Как вам блинчики с молочком? Вкусно. И с варенькой, да? Дай еще блинчика. Thank you.